для себя четыре таких основных категории, на которые я обращаю внимание. Первое, насколько я могу вообще сегментировать проблему. Ну, то есть, дальше я это разверну более подробно. Потому что, когда ты берешь ту или иную боль клиента, ты понимаешь, что есть еще одна боль, и есть еще одна боль, можно подняться на уровень выше, объединить эту боль. Ну, то есть, можно по-разному работать с этими болями. Второй момент, на какую, вообще, могу ли я выделить вообще клиентский сегмент для той или иной боли? Или опять их много? Третье, если вообще экспертиза, потому что B2B это важно, я соглашусь с коллегой, то есть чтобы провести, допустим, нормальный КСДЭП, человек, который проводит интервью, ну, должен отвечать от того, что ему вообще говорят. Ну, то есть это что, человек просто готовится к ответу на вопрос, или это уже проблема? Ну, B2B это важно для меня. И, наверное, я вообще не с тобой сейчас. И этап развития продукта. Насколько вообще бизнес готов к каким-либо революциям? Ну, то есть мы что сейчас, хотим просто выпустить конкретную фичу? Или мы хотим более широко посмотреть на вопрос проблематики? А вообще под это будет бюджет или не будет? Или сейчас, ну, есть нюансы. Какой этап развития продукта конкретно сейчас? Я выбрала несколько кейсов. Первый. Это сервис поддержки, техпомощь клиента без звонка в компанию. Нужно сказать, что моя компания, то есть мы занимаемся автоматизацией разных, автоматизацией бизнеса. То есть приходит клиент, или мы его находим, который говорит о том, что он хотел бы видеть вот такие цифры, и вот здесь у него там что-то условно непонятное. Мы на базе этого подбираем ему решение. Не важно на самом деле какого бренда, да, важно лишь то, что это подходит его религии по отношению к продуктам, то есть с этим я буду работать, с этим работает мой друг, а с этим не буду. Это один из критериев. Второе, насколько мы закрываем задачи, насколько морально человек готов к жесткой автоматизации, готовое решение задачи и так далее. В общем, первое это там техпомощь без звонка в компанию. Когда я брала эту работу, первое, начнем с этапа развития, с нуля. Ну, то есть уже у тебя есть немножко пошире горизонты для того, чтобы понять, как выявлять проблематику. Дальше, проблемы. Я собрала так, на вскидку, порядка 300 проблем разных, ну, разнородных, смогла их сегментировать. Но это не спасло. Ну, то есть, если делать КСДЭП, то нужно брать отдельный сегмент какой-то и начинать в него копать и предложить генерить гипотезу на базе этого, как это будет MVP, да, ну, либо просто клиника. Ну, то есть, а можно и жесткую беда, тем самым, ну, то есть, условно, подняться. Кто бы это учил жесткую беда? Вот. То есть, задача закрыть, выявить проблему, задачу, да, которую мы заберем себе. И на базе этого у вас будут ну, микроджобы, да, то есть те проблемки, которые вы можете забрать их решение на себя. То есть это не конкретный сегмент, непонятный сегмент, да, в который вы управляетесь, а несколько сегментов вы можете схватить сразу. И тем самым у вас будет решение, которое возможно усложнить жизнь и непрямым конкурентам, ну, когда появится. Вот. Что я понимаю, что у меня проблем много. И эти проблемы под совершенно разные клиентские сегменты, то есть отношения многое к многим. В этой ситуации очень хорошо помог Jobs to be done. То есть если бы я делала через, ну, историю интернета с совлагательных наклонений, да, но я почувствовала профит здесь, поэтому делюсь. Да. Дальше это был в другом месте был кейс, был сервис для удаленного подключения, чтобы посмотреть, что делает вообще ваш клиент в браузере, ну, то есть на сайте на вашем клиенте. Не без установки ПО, без ничего, просто подключаетесь и видите, что и помогает ему разобраться на своем сайте. Первое. Смотрим этап развития продукта. Не Америка. Нет. Да. А, я поняла.
значит, первое, да, развитие продукта. Он готов. Там не нужно никакой эдаки, нужно помочь, просто это продавать. Соответственно, понятно, ну, проблематика условно, которую мы помогаем решить проблему. Задача была под эту проблему понять клиентский сегмент и просто сделать там ценностное предложение и составить портрет вот этого первого клиента, да, чтобы по аналогии потом, собственно говоря, формировать ценностное предложение и продавать. То есть здесь помог, ну, там, ГАЗД. Есть сайт флагманского продукта. Есть отдельный продукт, который очень хорошо продается, очень востребован в своем классе, давно на рынке и так далее. Есть сайт этого продукта. И задача была понять конкретную метрику на этом сайте. Опять же, этап развития. Ну, то есть не будет сейчас революции, что давайте выясним какую-то задачу, возможно, другую, которую на самом деле решает пользователь. Ну, пойти по джобскому данным, да, попытаться... То есть этап развития продукта. Продукт есть, требуется улучшить метрику. Революции никто не ждет. Дальше. Вот здесь было очень важно. А есть вообще экспертиза для того, чтобы провести вот это глубинное интервью, чтобы понять, а какую проблему решает клиент, заходя, ну, собственно говоря, на наш сайт. И здесь это было мега важно, именно с точки зрения экспертизы. Проблематика, ну, мы ее определили, ну, там, через гипотезу подтвердили и выделили там пару клиентских сегментов. Итого, мой выбор. Я сейчас, когда мне нужно что-либо сделать, просто смотрю на вот эти четыре пункта плюс-минус и понимаю, по какому подходу я буду работать, использовать. И вывод следующий, что если это фича, я иду через КСД, ну, использующие те четыре, да, критерия. Если можно более глобально посмотреть на продукт, то я иду через жесткий. Ну, не пробовали ли вы как-то совмещать Jobs to be done и CastDev, или как-то их менять? Я понимаю, что это не очень принято в продуктовой среде, но все же. Нет, не пробовала. Но я буду однозначно экспериментировать. То есть мне интересно сейчас, смогу ли я Jobs to be done применить на фичу. Ну, то есть если у меня будет подходящая история, где я смогу это качественно там применить, да, с точки зрения. Супер, спасибо. Кому было полезно, поднимите руку. Только честно, давайте так.